Здравствуйте, меня зовут Анна. Добро пожаловать в нашу оптику. Чем могу вам помочь? Вы бы хотели проверить зрение? Какие-то жалобы? Вы думаете, что у вас упало резкое зрение, правильно? До этого уже обращались к специалисту? Хорошо. Тогда давайте мы с вами проведем ряд тестов. Для начала просто старым таким проверенным методом посмотрим, насколько четко вы видите, хорошо? Я буду показывать палочкой на муку, а вы будете говорить мне, что вы видите, хорошо? Первую строчку видите? Вторую можете прочитать? Третья. Какая буква? Так. Прочитайте, пожалуйста, вот эту строчку. Вот эту букву видите? Вот эту. Вот эту. Самую нежную строчку видите? Попробуйте прочитать. Хорошо. Теперь давайте я смотрю. Ваши глаза. Сейчас нужно немножко погасить свет. Так. А совсем, совсем чуть-чуть. Да, свет может быть немного яркий, но мне нужно посмотреть ваше глазное дно, чтобы понять. Так, вот здесь тоже чуть-чуть, немножечко, так. Еще чуть-чуть, секундочку, так. Следите за фонариком, да? Хорошо. Теперь позвольте надеть на вас специальную оправу для того, чтобы мы с вами более точнее определили ваше зрение. Комфортно? Тут сейчас пустые стеклышки. Я вам буду надевать разные линзы. И вы будете говорить, насколько вам комфортно, во-первых, да? И будем также проверять по таблице. Хорошо? Посмотрите, вот это какая буква? Так.
Откройте, пожалуйста, правой рукой, правый глаз, хорошо? Так, здесь. Так. Какая буква? Угу. 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 Нижнюю строчку можете прочитать? Угу. Так. Так. Какая буква? Угу. Угу. Попробуйте нижнюю строчку. Угу. Давайте я ставлю линзы в правую и в левую сторону. И вы скажете, комфортно ли вам. Хорошо. Какую букву? Угу. Нижнюю строчку видите? Угу. Угу. Так. Хорошо. Со зрением мы с вами определились. Теперь нам следует сделать небольшой тест на дальтонизм. Дали раньше? Нет. Давайте сейчас сделаем короткий тест. Посмотрите, пожалуйста. Какую цифру вы здесь видите? Угу. А вот здесь? Угу. Так, вот здесь. Посмотрите, пожалуйста. Вы видите какую-нибудь цифру? Угу. А вот здесь? Так, а вот тут? А вот тут? Здесь? Тут? А вот здесь? Хорошо. Какую цифру вы здесь видите? В этом круге. Поняла. Вот здесь. Угу. А вот здесь. Что вы видите? Так. А вот тут? Так, ну что ж. Осталось немножко проверить реакцию ваших зрачков и вообще глаз, да? Следите за моим пальцем, да, указательным. Угу. Угу. Так. Угу. Теперь смотрите на мои пальцы и скажите мне, когда они разойдутся. Да, когда они уйдут из вашего поля зрения. Так. Ага. А теперь вот так. Ага. Угу. Угу. Хорошо. Фокусируйте внимание на моем пальце. Да.
Хорошо. Теперь смотрите. Фокус здесь. Здесь. Так. Здесь. Тут. Фокус здесь. Здесь. Тут. Ага. Теперь смотрите. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Здесь. Здесь. Тут. Тут. Хорошо. Отлично. Теперь давайте подберем вам оправу. Я предлагаю вам посмотреть специальную новую коллекцию, которая, как мне кажется, отлично подойдет под ваш тип лица. Здесь у нас представлены основные модели. С какой хотели бы начать примерку? Итак, вот посмотрите, пожалуйста, на модельчику. Это такая эксклюзивная модель для желающих подчеркнуть себя, да, свою индивидуальность. Здесь такой необычный леопардовый принт. Сами одушки минималистичные. Здесь такой небольшой только значок. Крепления в целом, да, очень надежные. Очень хорошая конструкция. Дорогая сборка. Душки, вот эти вот не душки, вот эти вот части являются элементами оправы. То есть это предотвращает все-таки, да, всяких загрязнений и так далее. Сами по себе они достаточно крупные. Конечно, такая нестандартная модель подходит не всем. И не каждое лицо все-таки такое может выдержать, да? Я предлагаю вам померить. Можно немножко приспустить, правильно? Села. Посмотрите, пожалуйста, в зеркало. Как вам? Ну, мне тоже кажется, что немножко все-таки не ваше. Но в целом вам очень подходит. Мне кажется, оправа — это такая вещь, которая может подчеркнуть элемент образа, да, какую-то свою индивидуальность, подчеркнуть характер. В принципе, хорошо. Давайте померяем еще другую. Оп. Вот смотрите, следующая оправа. Следующая, да? Немного напоминает форма. Тоже такой крупный квадрат. Но это более все-таки элегантно. Сдержанная моделька. Тоже такие достаточно тонкие дужки, но здесь уже, знаете, не под золото, да, не что-то такое, а все-таки такой черный цвет. Такая оправа всегда тоже выделяется, но она более универсальна, да, больше подойдет под какой-то такой офисный стиль, под какой-то повседневный стиль. Выглядит достаточно элегантно. Здесь также есть небольшая эмблема. Сама фурнитура такая все-таки серебристая. И здесь есть такой небольшой акцентик, да, в виде таких серебряных блесток. Сами вот эти вот штучки хорошо надежно прикреплены. Так. Предлагаю вам померить. Посмотрите на себя в зеркало. Ну, вот это, мне кажется, вам подходит больше. Да, она такая
повышенная, но при этом что-то не такое интересное есть, да? То есть она все-таки не совсем повседневная. Угу. То есть ее в целом, как на деловой ужин, очень дорого смотрится, согласитесь. Сразу такой вид какой-то деловой. Так, давайте еще померяем. В принципе, у нас все формы достаточно похожи. Посмотрите, следующая вот такая форма. Тоже, да, такой скругленный квадрат. То есть здесь, если посмотреть, у них все немножко. Вот это все-таки больше напоминает круглую форму, но все-таки тоже такой квадрат. Ну, эти, в принципе, крупные. А вот эти напоминают все-таки предыдущую, да, но они еще более сдержанные, такого уже благородного, да, оливкового цвета. То есть это не, даже не зеленый какой-то там золотистый, а такой какой-то приглушенный оливковый цвет, да? В принципе, он повседневный, и многим подойдет. Но при этом здесь душки уже в такой более зеленый цвет уходят, да? Согласитесь. То есть они тоже как бы повседневные, обычные, но какой-то вот такой элемент, за который можно зацепиться глазом, присутствует, да? Давайте тоже померяем. Так. Что скажете? Угу. Да, она вот прям повседневная такая. И под ваш цветотип, мне кажется, тоже вот такой цвет очень подходит. Вот некоторым все-таки он не подходит, потому что как-то теряется оправа на лице. У вас нет, у вас она так держана, хорошо, красиво смотрится. Понравилось? Да, вам она очень идет. Вот вам это те черные тоже шли, но они как бы более экстравагантные такие все-таки. Потому что черный, он как-то бросается в глаза, и все равно сама форма более такая интересная. А эти, они классические, сдержанные более-менее. Ну, конечно, когда вы не носили до этого очки, вам может первоначально показаться, что они очень, очень заметны. И для первых очков все-таки обычно рекомендуют что-то нейтральное, да, покупать, потому что еще непривычно свое лицо с очками видеть, привыкаешь их носить. И, конечно, лучше, чтобы лишний раз глаз не цеплялся. Как-то сначала привыкнешь, а потом уже можно экспериментировать, разные оправы. Вот посмотрите, следующая оправа, она уже по форме другая все-таки, да? Она все-таки уже более, я бы даже сказала, немножко такая феминная, да? Она как-то более закругленная. Сейчас освобожу душку. Она очень тоненькая, то есть здесь вот душки прям тончайшие, да? Только вот где ушко, здесь уже идет специальные такие насадки, да, чтобы удобнее было. Тончайшая, просто тончайшая оправа. При этом достаточно тугие тушки, то есть она прочная конструкция на самом деле. Цвет у них такой прозрачно-коричневый, то есть очень естественный. Это не черный, да, не красный какой-то вызывающий, да, а вот такой благородный коричневый. При этом издалека даже можно подумать, что черный. На самом деле черный все-таки ярче выглядит. Угу. Давайте померяем. Так, оп. Угу. Что скажете? Ну да, они вот более такие аккуратные, они придают какое-то, даже какое-то кокетство, что ли. Хотя они достаточно нейтральные. Ну да, у вас все-таки такое более фактурное лицо. С одной стороны играет как диссонанс, с другой стороны, ну вот смотрите сами, конечно, вкус и цвет. В принципе, вам все подходит. Угу. Мне тоже кажется, что здесь были как-то получше вам та форма.
Ну, в качестве эксперимента такое что-то более скругленное, конечно, можно померить. У нас есть еще. Давайте. Смотрите. Следующее правило тоже достаточно такая классическая в какой-то степени. Тоненькая, серебряная, ну, круглая. Да? То есть, вроде бы обычная штука такая, да, всем ее уже знакомая. Но не всем подходит, если честно. Вот есть люди, которым прям очень хорошо, да, они прям как будто бы родились такой. Правые солнечные очки, да, вот такой формы, они как бы, если они идут, то выглядят прям на миллион долларов. А если идут, то лучше, конечно, не рисковать. Давайте попробуем. Так. Так. Что скажете? Ну да, вы выглядите так, как какая-то вот творческая личность, музыкант, может быть. Немножко не от мира сего, может быть. В хорошем смысле, конечно. Ну да, вид, конечно, немного несерьезный, как будто бы. Но, между прочим, вы все-таки один из тех людей, которым идет, как ни странно. Там маленький процент, но вот вы входите в этот процент. Угу. Конечно, на мой вкус вам больше квадратная форма идет, нежели чем круглая. Но такое тоже неплохо. Хорошо, я вас услышала. У нас также есть более зауженная, другая форма. Показать какие-нибудь еще модели? Нет, вы определились, отлично. Очень редко, когда так быстро клиенты определяются. Какая вам больше понравилась? Третья? Вот я тоже так подумала. Мне тоже кажется, что она вам... Вот лучше всего, да? И вот по цвету она достаточно стандартная и при этом интересная, да? И здесь, понимаете, вроде такой зеленый оттенок, но при этом за счет того, что он такой оливковый, здесь как будто бы даже не то, что под золото, ну где-то и под золото, можно сказать. А, такой все равно теплый потон, который как раз-таки вам очень идет. Давайте еще раз померяем. Так, ну посмотрите еще раз. Хорошо. Теперь, будучи в этой оправе, да, мы же будем с вами линзы подбирать. С линзами мы с вами определились. Но для того, чтобы наш мастер точно сделал линзы, они же немножко выпуклые и имеют толщину. Для того, чтобы наш мастер точнее сделал их именно под вас, мне нужно наметить на стеклышках, да, где примерно должен быть вот этот самый изгиб. Да, то есть вы смотрите прямо мне вот сюда, или на нос, как вам удобнее, и я помечу прямо на линзах. Хорошо? Так, смотрим прямо вот сюда. Смотрите наверх, вниз, и тоже еще раз наверх. Сведите глаза на секундочку. Ага. Так. Хорошо. Так, тогда эти очки я откладываю, это право. Наш мастер делает все примерно дня за два. И тогда мы вам позвоним. Вы придете со своим мальчиком. Хорошо? Ожидайте звонка. Спасибо большое, что выбрали именно нашу оптику. Всего вам доброго. До свидания.